Привет, друзья! Вот и настало время для огромной подборочки товаров с AliExpress, в конце которой самых внимательных зрителей будет ждать конкурс на крутой смартфон Samsung Galaxy S10e. Поехали! Гриль, работающий от солнечного тепла. Энергия солнца в этом гриле концентрируется в параболическом зеркальном отражателе и нагревает колбу в центре. Емкость способна нагреваться до 280 градусов. С помощью большого диаметра поглотителя и формы отражателя прибор эффективно собирает лучи при любом расположении солнца. В таком гриле не используется топливо и не расходуется электроэнергия, но при этом еда готовится так же быстро, как и на обычном гриле. С ним можно готовить в совершенно непредсказуемых местах – в парке, на пляже, либо на балконе. Достаточно просто сложить отражатели и отнести в нужное вам место. Главное, что нет сажи и дыма. Все фокусы уже давно раскрыты, но ловкость рук все равно никто не отменял, поэтому при особом усердии удивить обывателя все-таки получится. Для начала трюка кладем бутылку в бумажный пакет и рассказываем сказку про волшебство и исчезновение. Маг произносит заклятие, и бутылка исчезает, а фокусник показывает всем, что бутылки нет, сминая пакет в комок. Весь секрет в силиконовой бутылке, которая сделана очень реалистично. Доставка платная, но зато очень быстрая. Отправить смайлики вместо сигнала аварийкой, показать любовь к любимой спортивной команде или отправить сердечко красотке в машине позади. Все это позволяет сделать интерактивный дисплей под названием Moji Pic, который крепится на заднее стекло машины. Дисплей поддерживает буквально все возможности пиксельного мира. Можно поставить лого любимой команды, подмигнуть соседней машине или даже прорекламировать свой продукт. А это целая акустическая система от компании Sven, которую можно подключить как по мини-джеку, например, к компьютеру или телевизору, так и по Bluetooth к любому устройству. Акустическая система состоит из двух стереодинамиков и одного сабвуфера. Признаюсь, звучание на высоте. Играть в игры на них одно удовольствие, но соседи не сильно полюбили их. Также в аудиосистеме есть слот для подключения карт памяти формата SD и разъем USB. Ну а для любителей послушать радио в систему встроили FM-модуль. Самое главное во время игр – это, конечно же, RGB-подсветка, которая действительно красиво смотрится в темноте. Меня очень удивило такое качество звучания в бюджетной модели. Ах да, в комплекте еще идет пульт. Будет очень актуален, если использовать эти колонки с телевизором. И как некоторые из вас знают, компания Sven прислала мне два экземпляра акустической системы MS-2070. Один как раз для того, чтобы я разыграл среди подписчиков в Инстаграме. Ссылку на пост с розыгрышем оставлю для вас в описании. В Инстаграме у меня, как правило, мало участников, поэтому шанс выиграть очень велик. А это полноценный дрон для начинающих пилотов. Несмотря на низкую цену, он идеален для обучения летному мастерству, ведь этот малыш наделен всеми функциями профессиональных дронов. В программе заложены различные трюки, флипы, повороты, вращения. Можно задать режим, по которому дрон будет вращаться вокруг указанной точки, а также квадрокоптер может самостоятельно вернуться на точку взлета. Кстати, взлет и посадка осуществляется одной кнопкой. Управляется очень легко, однако не стоит запускать его в помещении, так как большие пропеллеры могут повредить элементы интерьера. В комплекте идет пара запасных винтов и защита. На начальном этапе лучше не запускать дрон без защиты. Оставлю ссылку на самое выгодное предложение со всего Алиэкспресса. Кстати, посылка идет всего неделю. Мяч для оттачивания боксерской техники. Представляет из себя мяч на резинке, который крепится к голове бойца посредством налобной повязки. Такой незаурядный тренажер поможет вам улучшить координацию и реакцию. Также поможет найти ваш темп работы в стойке. Василий Ломаченко часто тренируется именно с этим снарядом. Со стороны может показаться, что это несложно, но на самом деле не все так просто. Особенно если работать на нем голыми руками, ведь удары должны быть максимально точными, чтобы мяч не уводило в сторону. Необычная головоломка, сделанная в виде яйца. Загадка одновременно и очень проста, и чрезвычайно сложна. Состоит только из яйца, палочки, дорожки, одного входа, одного выхода из лабиринта, без лишних путей и тупиков. Это может выглядеть просто, но на самом деле головоломка имеет тысячи вариантов решения. И все далеко не так элементарно, как кажется на первый взгляд. Чтобы полностью пройти эту головоломку, придется очень хорошо подумать, поэтому яйцо станет отличным подарком для детей с аналитическим складом ума.
А это ультракомпактный дрон, который защищен специальным пластиковым каркасом. Идеальный вариант для начинающих пилотов. Дрон очень маневренный, подходит для использования как в помещении, так и на улице. Может делать флипы, развороты и различные трюки, как его большие собратья. Он настолько шустрый, что пока мы привыкли к управлению, мы несколько раз врезались в стены и в потолок. Но этому малышу все нипочем. Такое ощущение, что он способен пережить любые падения. Немного освоившись с управлением, мы наконец-то заставили его беспрекословно подчиняться нашим приказам. Дрон заряжается за 20 минут и может летать непрерывно 10 минут. Отдельно порадовала цена. Чтобы не тратиться на дорогостоящее качественное видеонаблюдение, можно прилично сэкономить, поставив муляж камеры, который выглядит как настоящее. В комплекте идут крепеж и наклейка. А сама камера сделана из качественного пластика, который имитирует металл. Поэтому отличить ее от настоящей будет очень сложно, и она наверняка отпугнет воришек. Также из нее выходит шнур, якобы передающий сигнал. Установить муляж можно в любом положении. На нем есть регулируемые шарниры. Но самая главная фишка камеры в том, что внутри нее установлены красные светодиоды на батарейках, создающие эффект работы. Батареек хватит на полгода работы. На товаре почти 2000 отзывов и очень много из нашей страны. Видимо, у нас любят экономить на безопасности. Сталкивать разных роботов между собой в бою – это далеко не новая затея в мире игрушек. Но с этим бойцом можно не просто бессмысленно бороться. Можно устраивать баталии или соревнования по боксу со своими друзьями. Каждый пульт управляет только одним роботом. Робот очень активный, и чем чаще вы будете нажимать на кнопки, тем больше ударов он нанесет оппоненту. Робот также издает звуки во время битвы. Игрушка поддерживает несколько режимов, где можно либо одному играть с двумя роботами, либо тренироваться с мишенью, поэтому даже без друзей скучно не будет. Чтобы во время пикника на речке плавать было еще интереснее, можно взять с собой вот такой вот коврик, который ни при каких обстоятельствах не утонет в воде. С этим ковром можно совмещать плавание и занятия спортом прямо на воде и сразу после водных процедур заняться йогой или гимнастикой. На таком ковре можно не просто лежать и загорать, но и бегать, и прыгать, и даже делать сальто. Он настолько прочный, что выдержит все манипуляции. А если привязать коврик к лодке с мотором, то можно устроить мини-серфинг. Еще одна трэш-игра для детей и взрослых – прыщи мистер Пимпл Поппера. Забава сочетает в себе и радость, и гадость. Игра представляет собой прыщавое лицо главного героя, которому нужна ваша помощь, чтобы избавиться от прыщей. Там так много прыщей, с какого из них начать? В комплект входит вертушка, которая покажет либо на лоб, либо на левую или правую щеку. После этого нужно осторожно выкручивать и вынимать прыщи. Зарабатывайте по 1, 2 или 3 балла за каждый прыщ, который вы извлечете, в зависимости от уровня сложности. Но будьте осторожны, иначе вы можете наткнуться на суперпрыщ, заполненный водой. Выиграет игру тот, кто заработает наибольшее количество очков, не задев суперпрыщ. В общем, веселье гарантировано. У НЛО тарелки летающие, а у хомяков беговые. И когда обычное колесо вашему домашнему грызуну уже наскучит, такая игрушка точно не останется незамеченной у красноглазых мышек. Края тарелки находятся под углом, поэтому хомяк не вылетит из нее неожиданно и продолжит бег до того момента, пока она не остановится. С такой игрушкой домашнему хомяку точно не будет скучно, и он проживет гораздо дольше, чем мог бы. Ведь активный образ жизни – залог здоровья. Если мимо тебя проедет такой самокат, то ты точно не поймешь, что сейчас произошло. А это всего лишь детский скутер, который приводится в действие не совсем обычным способом. Если с обычным самокатом нужно просто оттолкнуться, и ты уже поехал, то с таким двухплатформенным все иначе. Для того, чтобы он поехал, нужно встать на него и начать ритмично двигать телом. И только тогда он придет в движение. Таких манипуляций хватает не только на то, чтобы ехать, но еще и на трюки. За счет своего необычного способа передвижения, самокат смотрится очень эффектно. Поэтому, если добавить пару-тройку резких разворотов, то такое представление точно привлечет внимание. Умный замок Sherlock F1 – это инновация, которая позволит освободить карманы от массивной связки ключей и сделать жилище абсолютно защищенным от воров. Замок сделан из прочного металлического сплава и может быть установлен на стеклянные двери толщиной до 12 мм. Легко открывается при помощи отпечатка пальца. Работы батареек, по заявлению производителя, хватит на 30 тысяч часов. Также, если не получилось вовремя сменить батарейки, дополнительно есть USB-разъем для пауэрбанка. Принцип работы простой. На телефон устанавливается программа Sherlock Smart, затем сканируются отпечатки пальцев. Замок можно закрывать, открывать самостоятельно, а также при помощи приложения.
Электрокар, электросамокат, теперь еще электроскейт. Да не простой, а складной. Оснащен электромоторами общей мощностью 500 Вт. Выдержит наездника до 100 кг весом. Но сколько он проедет, зависит от вашей массы. Чем больше весишь, тем меньше проедешь. Максимальная дальность поездки целых 30 км. И максимальная скорость, кстати, тоже 30 км в час. Скейт очень удобен для транспортировки и помещается в обычный рюкзак. Велосезон в самом разгаре, и вероятность проткнуть колесо на летних горячих дорогах тоже возрастает. Поэтому, чтобы не мучиться с пробитой шиной посреди дороги, можно заменить обычную камеру на камеру нового поколения, которая обладает свойствами самозаживления после пробития. Мало того, что сама камера почти вдвое легче стандартной, ее ремонт занимает очень мало времени. Даже если все-таки получится ее пробить, то чтобы заклеить прокол, нужно только немного нагреть его, и он сразу закроется. За счет того, что стенки камеры плотно обхватывают причину прокола, воздух практически не выходит, и после пробития камеру не придется подкачивать. От себя хочу отметить быструю доставку. Что может быть лучше игрушки, которую ты сделал сам? Конечно же, если она еще и полетит после сборки. При условии, что сборка прошла правильно. Этот радиоуправляемый самолет сделан из пластика и дерева, поэтому очень легкий. Заряжается почти 4 часа, а летает всего 6 минут. Но эти 6 минут запомнятся вам надолго. Кому этого времени мало, можно докупить дополнительный аккумулятор. Самолет достаточно большой, почти 60 сантиметров, поэтому потерять его в небе будет крайне сложно. Но помните, перед тем, как начать летать, нужно полностью собрать самолет из предложенных деталей и только после всех проверок запускать его. Отличная игрушка для совместного времяпрепровождения с детьми. Складной портативный велосипед без сидения поможет вам похудеть во время обычной прогулки. Рукоятка байка выполнена из высококачественного прочного сплава, а также имеет защитное губчатое покрытие для рук, устойчивое к износу. Контролировать направление движения можно просто наклонами тела, сжигая калории прямо во время езды. Велосипед имеет компактный складной дизайн и вес всего 11 кг, легко помещается в машину. Цена за такой необычный агрегат, конечно, не маленькая, но зато все взгляды точно будут прикованы только к вам. Совсем недавно я разбил телефон, и помимо того, что отдал 2000 за ремонт, так еще и за защитное стекло с установкой пришлось отдать 500 рублей. Но можно было просто взять и купить установщик защитного стекла на телефон, с которым этот процесс перестанет быть задачей только для мастера. С помощью этого аппарата защитное стекло клеится ровно посередине и не оставляет пузырей, стоит копейки и окупится при первом же применении. Товар также будет идеален для небольшого собственного бизнеса. Больше 200 отзывов, все довольны. В любом хозяйстве пригодится компрессорный пескоструйный пистолет, работающий, вы не поверите, от компрессора, подающего воздух. Пескоструйный пистолет под большим давлением выбрасывает песок и за счет этого очищает поверхность от коррозии, налета или краски. Прекрасно удаляет остатки ржавчины и краски на углах и стыках. Струйная насадка сделана из закаленной стали, а удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу пользователя. Отзывов много, и все хвалят этот аппарат. Чтобы почувствовать себя терминатором, не обязательно возвращаться в прошлое и останавливать восстание машин. Достаточно обзавестись шестиствольным автоматом, стреляющим арбизами. У минигана есть возможность работы с дополненной реальностью и огромная куча VR-игр. В комплект входит тренога с вращающимся механизмом. Перестрелки с таким орудием выйдут на совершенно другой уровень. Любителям безопасных гонок понравится профессиональный шорткросс-болид, который оснащен мощным двухтактным бензиновым двигателем. Машина заднеприводная и обладает такой мощностью, что на полных оборотах ее практически невозможно удержать. За счет шипованной резины Monster Truck проедет по любой поверхности и будет входить в любые повороты, имея хорошее сцепление с дорогой. Шорткросс практически полностью состоит из металла, поэтому он достаточно ударопрочный. Его длина почти метр, поэтому трассу нужно искать побольше. Пульт работает до 200 метров. Отзывов нет, но это, видимо, из-за цены. Ведь за такие деньги машина должна работать как часы. Тренировочная маска, имитирующая высокогорье. Маска призвана адаптировать ваш организм к условиям гипоксии, недостаточного содержания кислорода, что в свою очередь спровоцирует выработку эритроцитов вашим организмом. Именно эти красные кровяные тельца и отвечают за транспорт кислорода к клеткам ваших мышц. После тренировки в этой маске ваш организм будет усваивать больше кислорода за один вдох, что повысит вашу аэробную выносливость. Но перед началом тренировки в маске необходимо проконсультироваться с врачом, ведь с выработкой эритроцитов
эритроцитов увеличивается и вязкость крови, что оказывает дополнительную нагрузку на сердце. Эта пельменница высечена из высококачественного металла и предназначена для быстрого и легкого приготовления пельменей. Китайцы придумали очень много разных вариантов машинок для изготовления, но именно советская система, которую очень сложно сломать, оказалась надежнее и практичнее. Это функциональное и необходимое в каждом доме приспособление, с которым готовка пельменей займет намного меньше времени, и они получатся идеально ровной формы. Теплые дни кончились, но если очень хочется еще немного летних развлечений, то для этого отлично подойдет горка для катаний. Раньше такие горки были просто кусками клеенки, на которые нужно было лить ведра воды и сразу очень быстро катиться. Но теперь в нее встроили фонтанчики по всему периметру, поэтому такой проблемы больше нет. К горке подсоединяется поливочный шланг с водой. Чтобы восстановить сломанный бампер в домашних условиях, потребуются специальные полоски из гибкого пластика. Также для удобной работы со строительным феном вам понадобятся специальные сопла. Сначала нужно зачистить и углубить места обработки, а затем, постепенно нагревая пластик строительным феном со специальной насадкой, погрузить его в трещину. Сделать это нужно с обеих сторон. Также за счет определенной насадки можно сделать из фена полуавтоматический термопистолет, что позволит наложить пластиковую шину более надежным толстым слоем. Новая радиоуправляемая игрушка-трансформер, которая приведет в восторг не только детей, но и взрослых. Машинка на ходу превращается из простой гусеницы в боевой шар, сметающий все на своем пути. Игрушка обладает достаточно большой скоростью и высокой ударопрочностью, поэтому ее можно и по кочкам пускать, и с лестницы. Из-за особенностей конструкции ей очень сложно нанести повреждения. Управляется гаджет на расстоянии до 50 метров с помощью пульта, который идет в комплекте. Терка-трансформер – это одно из наиболее современных и практичных приспособлений для кухни, которое поможет быстро и аккуратно нарезать ингредиенты для разнообразных блюд. Такая терка – это смесь эргономичности, практичности и простоты управления. В ней сочетается 18 способов нарезки и шинковки. Еще и цилиндрический нож аккуратно встроен внутрь корпуса. Лезвие сменяется мгновенно за счет поворота регулятора сбоку корпуса. Толщина нарезки регулируется от 1 до 7,5 мм. Можно нарезать слайсы, кубики, фри, соломку, рифленые слайсы с сеточкой. Чтобы не повредить кожу рук, терка снабжена держателем. И еще одна компания под покровительством Xiaomi, которая выпускает необычные гаджеты. На этот раз гаджет намного проще, но от этого он не менее функционален. Оригинальный светоотражающий ремешок Xiaomi MMC сделает любую прогулку безопаснее, ведь даже в полной темноте вас будет видно на дороге. Также такой браслет можно использовать для домашних питомцев, чтобы не терять их из виду при вечерней прогулке, или прицепить на средство передвижения, например, на детскую коляску или велосипед. Радиоуправляемый квадрокоптер «Амфибия» – это еще одна удивительная игрушка в семействе летательных аппаратов. Коптер имеет отличное дизайнерское исполнение, а внешне сразу же видна принадлежность дрона к морским судам. Больше всего он похож на небольшой авианосец. Управление коптером происходит на частоте 2,4 ГГц. Для этого используется четырехканальный пульт. Также модель оснащена стандартным шестиосевым гироскопом, что обеспечивает ей стабильный и устойчивый полет. Но главная его фишка в том, что он может кататься не только по воздуху, но также по поверхности воды и по асфальту. Продолжительность полета на полностью заряженной батарее составляет до 8 минут, а заряжается он около часа. Дальность полета от пульта составляет 150 метров, а вес беспилотника всего 235 грамм. Если раньше, чтобы поиграть с любимцем, нужно было брать в руки веревочку, бегать и вообще тратить много времени, то теперь есть полностью автономная мышь, которая скрасит даже самый скучный день вашей кошки. Игрушка имеет три режима езды, а также возможность управления через приложение. Сам гаджет разработан с учетом того, что будет имитировать живую мышь, поэтому очень тихо работает, а межкомнатные пороги не являются препятствием для этого робота. И кстати, разработчик заявляет, что испытания проводились с большими хищными кошками, поэтому даже самый сильный урон, который может нанести кошак, роботу не страшен. Хвосты сменные, игрушка коту не надоест.
Вездеход «Скорпион», по заявлению производителя, способен покорить любую местность и проедет даже там, где нет дороги для обычной машины. Но это, видимо, из-за маленького веса. Вся электроника спрятана под влагостойким, ударопрочным корпусом, поэтому кататься на такой игрушке можно вообще где угодно, спокойно преодолевая небольшие ямы с водой и даже лестницы. Это все, конечно, хорошо, но если такую игрушку увидеть ползущей по лестнице в сумерках, то никакая машина не понадобится. Бежать будешь быстрее всех. После продолжительного использования автомобиля на пластинах радиатора могут появляться вмятины или деформации. Для того, чтобы их исправить, нужно использовать вот такую вот зубчатую щетку. Каждая из сторон имеет разные зубцы для разного типа радиаторов. Такая щетка не только восстановит внешний вид радиатора, но и вернет былую работоспособность. Хотите действительно хорошо провести время на летнем отдыхе? Тогда катапульта для шариков с водой – это то, что нужно. Рогатка может запустить шар с водой аж на 70 метров. И самое главное – это точно попасть в цель. Особенно, когда цель – это младший брат. К рогатке прилагается 100 воздушных шаров, чтобы не думать после прихода заказа, чем вообще из нее стрелять. Производитель обещает, что шарики биоразлагаемые, поэтому после побоища можно их не собирать. Для профессиональных плотников, работающих на станках, очень важно количество пальцев. И чтобы оно не уменьшилось, обязательно нужно соблюдать технику безопасности. Для этого нужно использовать прижимной толкатель, который исключает какие-либо осечки или ошибки при опасной работе. А если нужно перестраховаться, то лучше использовать два таких гаджета. Настало время поговорить о конкурсе. В этом видео я разыгрываю смартфон Galaxy S10e. Для участия необходимы подписка с колокольчиком, поставить лайк и написать любой комментарий. Итоги опубликую в сообществе ВКонтакте, как только видео соберет 20 тысяч лайков. Также кликайте по этим аннотациям, чтобы посмотреть новые видео на канале. На этом все, друзья. До скорых встреч!